даже готовы это сделать. То есть я готов даже выйти на этот бой бесплатно, без гонорара. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «За канатами», и мы совершенно не случайно стартовали именно с этого фрагмента. Дело в том, что недавно в новостях появилась информация по поводу Руслана Проводникова. Руслан Проводников вызвал на бой Флойда Мейвезера-младшего. Вот что по этому поводу говорит его менеджер Вадим Корнилов. В прошлом году Проводников заполнил ГЦКЗ-арену, когда он выступал против Кастильо. Неделю назад Мейвезер почти заполнил эту же арену для проведения мастер-класса, где он встретился с Проводниковым в ринге. Они проявили друг другу взаимоуважение и признание. В 2016 году может состояться следующая встреча Проводникова и Мейвезера в ринге, но уже в перчатках. И я уверен, что этот бой сможет переполнить любую крупнейшую российскую футбольную арену болельщиками со всего мира. Мы все прекрасно знаем, что в 2016 году Мейвезер выйдет на ринг для того, чтобы побить рекорд Рокки Марчиано и достичь рекорда в 50 побед без единого поражения. Почему бы ему не установить этот рекорд, побив россиянина в России? Дорогие друзья, у нас оказалось эксклюзивное интервью Руслана Проводникова, и вот что рассказал нам Руслан сам по этому поводу. Я уверен, что я могу создать конкурентный бой. Посмотрев бой, допустим, с Мейвезером Майдана, то есть я уверен, что я могу не хуже и даже лучше отбоксировать. И почему бы и нет? То есть я уверен, что я бои делаю в стиль, поэтому я уверен, что я могу создать конкурентный бой, не просто создать, у меня есть хороший шанс для того, чтобы победить. Много раз уже говорил и подчеркивал, я думаю, что все это не пустые слова, и многие мне верят, что я дерусь не ради этих поясов, не ради денег, я дерусь за идею. Это большой бой, это тот бой, который может войти в историю лично для меня, не только для меня, для моего народа, для всей страны. То есть почему? То есть я готов это сделать, то есть абсолютно я заявляю это. Здесь есть много сейчас желающих, которые готовы инвестировать и провести бой здесь, в России. Мы даже готовы отбоксировать, выйти в 4 часа ночи здесь, в России, чтобы попасть в прайм-тайм на HBO, в Америке, в PPV. То есть без проблем. То есть я готов на все это. Ну что ж, дорогие друзья, вы все слышали сами. Если удастся организовать поединок Руслана Проводникова против Флойда Мейвезера-младшего, это будет, безусловно, событие мирового масштаба не только в боксерском сообществе, но и вообще в спортивном мире в целом. Мы будем следить за развитием ситуации и ждем ответа от Флойда Мейвезера-младшего. В эфире была программа «За канатами». Оставайтесь с нами, смотрите «Бокс ТВ». До свидания, удачи!